Раз, два, три, проверка связи. Всем привет! Сегодня я покажу вам свои новые покупки, которые я сделал недавно для бега и для плавания. Первое. Для бега приобрел такие гольфы. Они одеваются на икры и держат их в компрессии во время бега. Очень хорошо тянутся. Будем пробовать. Будем бегать и испытывать. Эти гольфы специально созданы для триатлона. И в случае намокания они очень быстро высыхают. Есть тренировочные гольфы, но у них другой состав, и они не так быстро сохнут. Сшито очень качественно, плоские швы. Вторая большая покупка – это гидрокостюм. Я давно о нем мечтал, и мне очень повезло. Была очень большая скидка, целые 50%, и я купил тот гидрокостюм, который хочу. Это гидрокостюм 2XU Race. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Модель 2016 года. Скажу вам, что он мне обошелся в $250. Ровно $250. Достанем. Перчаточки для того, чтобы одевать неопрен и не порвать. Очень приятный неопрен, он разной толщины, специальные вставки на рукавах, чтобы грибки были более эффективны. Так, сейчас посмотрим. Очень такой массивный замок. Все очень качественно сшито. Специальные заглушки, чтобы он не разлезся случайно. Вот здесь разная толщина неопрена. Здесь 5 мм, здесь 3 мм, а здесь вообще должно быть 2 мм. Специальные желоба для того, чтобы отводить, правильно направлять воду. Он очень эластичный. Неопрен так проклеенный, с одной стороны кажется, что немножко некачественный, с другой стороны понимаешь, что все такие гидрокостюмы и по-другому просто нельзя. Оно все склеено, так вот оно сделано все. Очень гибкий рукав, когда одеваешь, то есть я думаю, должно быть очень комфортно при плавании. Но попробуем, посмотрим, одевается и застегивается. Я уже его пробовал одевать вместе с часами для триатлона. И снимается довольно-таки нормально. Нету никаких проблем с этим вообще. Здесь идет надпись. Размер ST. Здесь пишется свое имя. Small, tall. То есть он маленький, но на высокий. В принципе, по размерной сетке я смотрел, мне больше подходит M-ка. M-ки не было в магазине. Tall мне подходит по росту и по всем остальным параметрам. А S это по весу, рассчитан на 72 килограмма. У меня вес 75 килограмм, но в принципе сидит он очень классно и ничего не спирает, ничего не мешает. Самое интересное, что одевать его долго, но снимать его очень легко. Когда одеваешь его второй, третий раз, то уже не так сложно, как в первый раз одевать. Для профессиональных пловцов даже вот такие вот незначительные какие-то неточности или неровности
очень сильно влияют на скорость, и они очень критично относятся ко всем этим швам. Поэтому чем гидрокостюм сделан более идеально, тем меньше сопротивление воды и тем более эффективное плавание. Для любителей это особо не играет никакой роли. Тут очень-очень плотно, это даже вот видно просто невооруженным взглядом, здесь очень плотный. Это неопрен, а здесь он совсем тоненький-тоненький. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, всем пока. Айронмен доплыл и отдыхает сейчас после заплыва.